Доброе утро. Откровенно говоря, сегодня была просто не ночь, а какой-то вообще полный ад. У нас было две скорых, два врача. Я, если честно, кто что вообще говорит, я вообще ничего не понимаю. Спасибо вам огромное за поддержку, тем, кто поддерживает. Так, те, кто пишут всякую чушь, реально, ребят, идите вообще лесом куда-нибудь подальше, не трогайте меня. Ни мою семью, ни моего ребенка, правда. Если вы считаете, что нужно ребенка просто держать дома, никуда не ходить, это реально лучше вообще не жить, правда. Вот если вот вы живете с такой позицией. До свидания. Так, ну что, только-только вот. У меня, простите за мой внешний вид, я ни брови, ничего, ни... вообще ничего сегодня не делала, даже в ванне не была. Короче, уснул только сейчас малышок, только сейчас ушла. Ушел от нас доктор. В общем, нам сказали, что у нас отит. Вот. Будем лечиться. Я сама постоянно болею отитом и знаю, насколько это больно. И, собственно, понимаю, почему он кричал вот так всю ночь.